сейчас приступили, получается, уже по утвержденному плану подготовки к паводку опасному периоду весны 2024 года, к очистке арыков. Сейчас, получается, ведутся работы в 22-м микрорайоне, очистка арыка в Ахмирово. Дальше по плану у нас идет Облакетка, Шмелев Лог и поселок Красина, Согра. Потом уже также идет углубление ручьев и берегов рек Уба.